9 июля, в День работников дипломатической службы Азербайджана, по поручению президента Ильхама Алиева состоялся визит представителей дипмиссий и международных организаций на освобожденной территории. В составе делегации находилась и посол Китая в Азербайджане Го Минь. Рабочая поездка дипломатов началась с посещения Физули. Сегодня город напоминает сплошную строительную площадку. Повсюду подъемные краны, бульдозеры и другая спецтехника. Международный аэропорт Физули примет первые самолеты уже 5 сентября. Взлетно-посадочная полоса полностью готова. Общая площадь аэропорта составляет 250 гектаров. Через Физули также проходит Дорога Победы. Она охватит более 20 населенных пунктов. Без дороги ничего не сделает. Да. Я думаю, что через некоторое время вот дорога будет построена, и вот транспорт очень удобно для обмена людьми. Я уверена, что здесь будет все хорошо, лучше и лучше. И думаю, что США имеет прекрасные перспективы. Своими впечатлениями от увиденного посол Китая в Азербайджане Го Минь делилась с корреспондентом CBC Фуадом Байрамовым в прямом эфире азербайджанского телеканала. На тот момент делегация, состоящая из представителей дипмиссий и международных организаций, дошла до конечной цели своего маршрута – города Шуша. Это столица, культурная столица Азербайджана. Здесь Шуша имеет древнюю историю и богатую культуру. Я желаю здесь только процветания и на Южном Кавказе мира развития. Дипломатов проинформировали о разрушенных памятниках культуры в городе Шуша. Вместе с ним сделали заметки о планах по восстановлению и защите исторического наследия Азербайджана. Альбина Абдрахманова, Фуад Байрамов, Сеймур Гулиев, CBC.